Здравствуйте, многоуважаемые зрители канала «Заметки нумизмата». Итак, снова конкурс. И хочу напомнить, что ответы на конкурс необходимо присылать на электронную почту канала. Вы ее можете увидеть в расширении к ролику, нажав на надпись «Еще». Сейчас добавлена электронная почта Яндекс, куда я вам советую направлять свои ответы. Это четвертый наш конкурс. Задания усложняются, ну и призы, конечно, становятся более серьезными. И вот на этот раз я предлагаю в виде приза в совершенно великолепном состоянии 50 копеек, полтинник, не обращавшийся в качестве МС-62 в Слабе, красивая коллекционная монета. И я надеюсь, что победитель будет рад такому призу. Да и формат конкурса мы в соответствии с ценностью приза сегодня несколько изменим. У вас с момента выхода ролика по-прежнему неделя, но выиграет не самый первый давший ответ. Выиграет тот, кто даст самый подробный, развернутый ответ на непростой вопрос. И вам понадобятся знания в самых разных областях сегодня. Бонистика, история гражданской войны, знания архитектуры, знания изобразительного искусства и художников. Объединив все эти знания, вы, конечно же, найдете и пришлете полный развернутый ответ. Подчеркиваю, что победителя мы выберем именно по полноте ответа. Итак, сегодняшний вопрос. Перед вами портрет советского художника Сергея Васильевича Герасимова, руководителя Союза художников СССР, выдающейся личности, оставившей большой вклад именно в советское изобразительное искусство. А какое отношение может иметь Сергей Васильевич Герасимов вот к такой банкноте? И вообще, что это за банкнота? Как она по-другому называется? Небольшой подсказкой вам будет вот эта картинка. На ней изображение Георгия Победоносца, выполненное на плитке. Итак, вопрос задан. Подсказка указано. Ждем ваших ответов. Желаю удачи будущему победителю. Спасибо. Смотрите наш канал.